Nope. Can't think of anything. This is pretty freaking awesome. Всем привет, дорогие друзья, с вами Стас, и сегодня у нас долгожданная распаковка моей первой игры на PlayStation 4 Infamous Second Son, или по-русски Infamous Второй Сын. Итак, давайте, поехали, остаемся с нами, будет много интересного. Итак, как вы уже знаете, я давно говорю про эту игру, что я сниму на нее распаковку, покажу вам ее. Ну и вот, наконец-то пришло время, я же обещал, я это сделаю. Лицевая сторона коробки выглядит данным образом. Здесь у нас написано только на PlayStation, это эксклюзив Sony, именно PlayStation 4. Infamous Второй Сын полностью на русском языке, она 16+, если вам меньше, даже не вздумайте. От компании, которая произвела это, Cyberpunk. И также у нас на лицевой стороне главный персонаж этой игры. Очень интересно, давайте посмотрим, что у нас находится сзади. А сзади у нас все основное описание. Это наслаждайтесь своей силой. Можете остановить, прочитать описание. Здесь у нас идут картинки. Видно уже Next Gen графику. Она действительно очень сильно отличается от того, что мы видели раньше на консолях Sony. Это PlayStation 3. Действительно очень сильно отличается. Ну и по традиции я вам покажу, кто смотрел мои старые распаковки игр на PlayStation 3, я вам покажу вот такой вот здесь небольшой барчик, что здесь написано. Это игра на одного игрока, не менее 24 гигабайт на HDD диске для установки ее, DualShock 4 с функцией вибрации. Вывод видео, как вы можете видеть, с разрешением 480p, 720p, 1080i или 1080p. То есть игра идет в полном Full HD. Ну а также поддерживается дистанционное воспроизведение от PS Vita. Если у вас PS Vita, вы можете отойти покакать и в это время поиграть в эту игру. Почему бы и нет? Почему я не могу какать в Infamous, когда какать играть в Infamous Second Son? Почему бы и нет? На боковой стороне у нас написано, что это PlayStation 4, Infamous Второй Сын. Давайте посмотрим, что внутри. А внутри у нас все очень печально стало, все очень бедно по сравнению с третьей PlayStation. Тут у нас буквально три маленьких... Один листочек с чуть-чуть страничками. Здесь у нас написано Infamous Второй Сын, основные банальные кнопочки управления. Но я думаю, это так все понятно. И, в принципе, PlayStation Plus, реклама PlayStation Plus, Infamous Улики и... Боже мой... Да, это все, я ничего не убираю, все так действительно все печально есть. Сейчас Sony стала жадничать бумажечками, вообще ничего нет. Ни маленького описания этой игры, что я покупаю, но сзади, правда. Ну и вот сам диск, это обычный Blu-ray диск, Dolby Digital, все дела, обычный диск. Ну, вы посмотрели, да, распаковку? Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставим пальцы вверх, не забываем подписываться на мой канал, подписываться на меня в Твиттере, Инстаграме, ВКонтакте. Можете задавать мне вопросы, я просто задаю вам ВКонтакте. Я всем отвечаю, кто мне писал, знает. И всем моим подписчикам спасибо. Ставим лайки под этим видео, они ни на что не влияют, но мне приятно, да. И скоро у вас будет очень много всего ждать интересного, я это вас уверяю. Ну а с вами был Стас, всем спасибо, всем пока. Давайте я вас... закрою крышечкой от моего фотоаппарата. И спасибо, с вами был Стас. Пока.